Уже несколько дней в здании Харьковского вокзала не слышно объявлений о прибытии поездов и гула пассажиров. Нет привычной спешки и суеты. Люди останавливаются послушать вальсы Креслера и романсы Рубинштейна. Если бы здесь поставить стулья, я бы всю ночь слушал. Виталий и Тамара гостили в Харькове несколько дней. Говорят, город очень понравился, но все впечатления просто затмил оркестр на вокзале. Такого приятного ожидания поезда у них еще не было. Вообще приятно. Когда она играет, когда вообще эта музыка играет, там тебя разрывает всего на части. Мурашки по коже. А харьковчанка Татьяна Долина на вокзальный концерт приходит не впервые. Признается, классическая музыка ей по душе, но на театр не хватает времени. Я иду с работы и решила послушать музыку, потому что с работы бежишь всегда домой. Дом, работа, работа, дом. Больше ничего. Струнный квартет оперного на вокзале выступает уже третий сезон. Музыканты хотят, чтобы эта традиция продержалась в Харькове как можно дольше. Может быть, какое-то, ну, люди, может быть, им не совсем понятно, придя на вокзал, они вдруг слушают классическую музыку, но, мне кажется, они быстро привыкают к этому. Праздничную атмосферу также создают проекции на стенах и полу. Маша, пока ждала поезд, научилась играть в футбол. Говорит, уже готовилась забить 25-й гол, но вдруг поменялась картинка. А здесь наступаешь, а потом белые клеточки как бы появляются, их много. Потом, когда никто не уходит, они исчезают. Футбольное поле на вокзале появилось не случайно. В этом году здесь все в стиле предстоящего Евро-2012. Специально заказывали и елочные игрушки в виде мячей. Руководство вокзала не исключает, что вскоре здесь будут звучать футбольные гимны. Евгения Дашкевич, Иван Наконечный, медиагруппа «Объектив».